Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Бала-бала, вы у меня капитальные красавчики под промо-лома видео. Скоро опять вы на нашем ролике просто авер кучу лайков, соответственно, и я вижу вам интерес. И пью то, что интересно именно вам. Конкурентно способный, но за бок свою версию просит... Человек, купи Даниил новый системный блок или поменяй какую-нибудь там, купи материнскую плату. Это в продаже. Я с комментом в прошлом ролике ему заслали шахмат. Genius SP 10 модель. Еще разъем для подключения наушника, такая же модель 06. И давайте коротко о товаре. Так, ну типа понятно, что это коротко о товаре и характеристики, акустика тут это все это ясно. Бюджетные колонки тема и хорошие. Возможно, это особенности конкретной моей пары пойдет, а постоянные, да, довольно громкий фон 50 Гц. Причем даже если колонки не включать, громок. Помогает только достать из розетки вилку. Звук неплохой, да, для таких мышей в фоне даже выключенные. Один раз ломагались, пропал звук. Пользуются им уже лет 8. Да, фонят, да. Потрескивается регулятор громкости при вращении. Да, пропадает при регулировании. Лирование громкости звука в один колонке, но всю год до сих пор как то работают, стоя на работе, потом запылились, даже загрязнили, даже почистились даже при помощи этой водички и мокрой тряпки этого грязи. Уже 2 года, как говорится, пашут звука почасто и
Да, и для позо выдают отменный доволен ими. Как настальные очень даже отлично себя отправляют 3D-функция полноценная. Есть в фоновом режиме ожидания, надо отключить питание ночью. Используется и в домашних условиях около 5 лет. Работают это отлично. Достойный звучание, надежный. При нажатии кнопки выключения отключения только схема усилителя трансформатора продолжает гудеть. Спустя 6 месяцев после покупки пришлось вскрыть и обслуживать переменный резистор. Треска при регулировке громкости нет до сих пор. Колонки 7 лет. Одно из удачных моделей от Genius брали в 2006 года за 550 рублей, где-то с половиной стоит эта модель 10 3D-кнопка. Жаль, что сейчас нет в продаже, взял бы еще какую-нибудь вещь. И на этом закончим. Подписывайтесь на канал, на паблика, на Инстаграм, на Фейсбук, комментируйте, ставьте лайки, ребятушки, и всем пока!